Еще один моряк, задержанного в Ливии, судно-механик Чеботарев, вернулся в Россию. Сейчас он находится на территории Чеченской Республики, глава которой оказал активное содействие нашим дипломатам в переговорах с ливийскими военными. Рамзан Кадыров на страничке в соцсети сообщил, что будут пытаться освободить и остальной экипаж танкера. Для обсуждения этого вопроса в Грозный прибыл премьер самопровозглашенного правительства Ливии. Я не забыл сказать вам слова благодарности за то, что вы отпустили наших задержанных. Наших граждан России, женщину и парня. И уверен, что вы примете правильное решение, оставшись тоже вернуться к себе домой. Это было неожиданно. Я был в комнате и не думал даже, что меня вот первого так освободят. Ну, как-то так оказалось. Счастлив даже. Напомню, на минувшей неделе удалось вызволить судового повара Наталью Ключникову. Еще 10 человек вместе с судном остаются в порту Мисраты.